Ну что ж, всем привет, с вами, как всегда, Дезертир, и, в общем-то, мы начинаем прохождение, опять-таки, Need for Speed, и сейчас будем гонять. Ну и, собственно, я, как и обещал, купил Форд и полностью его прокачал. Зацени-ка, такое нельзя пропустить. Вот что мы пытаемся сделать. Блин, ну чё повис это всё? Чёрт с ним. Короче, Кук был впереди тусовки. Мы все за ним, с заносами и визгом, неважно кто как. Тут на тебе, Эй-Джей проносится как метеор. Запрыгиваем на I-5, Эй-Джей цепляет всех и вперед. И мы на 8 тачках несемся как угорелые по автостраде. Какого чёрта, Роб? Я думал, мы собирались встретиться. Да, тут встретиться. Да, блин. Ты тоже в этом цирке участвовал, а? Трэвис тебя отправил. Чё? Нет. Нет, я перекусить заехал и вдруг смотрю, какая-то толпа придурков на автостраде. Меня пригласить забыли, да? Не думала, что тебе понравится. Да ну. Ладно, друзья, развлекайтесь тут, да? А я пойду. Не парься, он просто ревнует. Ну вот, теперь нам с тобой надо разогнать наш поезд как там. Посмотрим, пойдет ли тебе стиль Риски Дэвил. Будет видно. Ну что ж, будем надеяться, что все будет круто. Так, я смотрю, это реальный гонщик здесь гоняет, так что надо свалить отсюда, чтобы ему все-таки не мешать. Потому что он мне конкретно ничем не мешал, я ему мешать тоже не собираюсь, выполняет он первые задания, вы помните это задание. Так, к Форду я еще не привык, говорю сразу, поэтому мне нужно будет сначала в нем немножко как-то освоиться. Только потом я смогу нормально на нем гонять, потому что я на нем еще не гонял, это первый выезд на Форде. Не нужно будет к нему привыкнуть. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Мне она пока не звонит, но по прямой у нас есть вот такая вот штучка, которой мы можем, собственно, доехать, я думаю. Ох, как же он рычит хорошо. Не знаю, мне всегда нравились мустанги, вне зависимости от того, новые или старые. Ну, все-таки совсем новые мне не очень нравятся мустанги, если честно. Ай, тихо. Да. Он мощнее, кстати. Ну, его носит мощнее именно. Надо будет к нему привыкать. Ну, либо перестроить другую тачку. Эй, тихо. Заборчик. Мы решили немножко укоротить забор. Ладно, попробуем. Состязание слиперов. Выиграйте второй заезд. Заезд второй. Давайте на старт и вперед. И уже все бочины обкоцаны. Разогнались. Эй, привет, это Робин. В Бёрнвуде народ собирается. Я не смогу, но тебе стоит туда заглянуть. Летай, посмотри, чего там. Чуть позже тебе звякну. Давай. Окей. Когда у вас полностью прокачана тачка, вам намного проще гонять. И вот сейчас вот, например, у меня полностью прокачанный Форд. Я хочу купить еще Лансер, наверное, Mitsubishi, как бы, и погонять еще на нем. Но Форд — это все-таки моя любовь, поэтому я не мог его не купить. К сожалению, здесь нету Форда, который мне еще нравится, из-за относительно новых, он, по-моему, 2000 какого-то года. Эй, ты чего это? Я готов заснять этот финальный заезд. Спайк нас засмеет, если приедем ни с чем. Соберись, дружище, мало времени.
Окей, я попробую заснять этот финальный заезд, только дай мне времени научиться ездить нормально на форде, и я тогда тебе смогу показать, возможно, что-то интересное. Ребята очень далеко от меня, поэтому я где-то просто еду впереди и радуюсь жизни. Ребята же едут где-то позади. Очень классное управление у Форда. Его больше держат на дороге, чем, например, мою прошлую машину. И это очень радует. То есть он более прижимисто едет к дороге. Это прям хорошо. Так, геймпад, не подводи меня. Хотя о чем я еду сейчас на скорости 270 км в час. Чуть-чуть так, на секундочку. Выжили 300. Ну, по-моему, как бы все было легко. 28 уровень я получил. Тюнинг, скорость. Круто. Второе состязание выиграно. Привет, Мелисса на связи. Не сказать, что я удивлена, потому что, скажу прямо, меня не так-то просто удивить. Но ты еще не вылетел, и думаю, это уже о чем-то говорит. Новый заезд ждет, все в приложении. Окей, как только так сразу, я думаю, пройду. А пока что. Ох, как классно, он по карте летает, вы посмотрите на него. Боже, что это, что с ним, бедняга, что такое? Ох, как он классно летает по карте-то, а. Ладно. Сан-Педро. Так. Встретиться с Пайком Лонгхорн. Выиграйте спринт против местных гонщиков. Да, вот мне нужно выиграть спринт. Он находится сверху. Настенная запись здесь есть. Да чтоб тебя, почему ты мне врубаешь... А, я понял. Потому что я случайно кликнул на какого-то непонятного гонщика. Что у нас здесь есть поблизости? Давайте поедем отсюда. Так. Мы едем на синюю метку, да? Мусорный бак, привет. Давайте еще два мусорных бака. И весело. Так, мы едем на синюю метку. Едем. По-другому никак. И надеемся выиграть, соответственно. Я надеюсь выиграть. А там как получится. Скиллмастер. Выиграй спринт против местных гонщиков. Ну что ж. Бум надеется, что будет все весело. Давайте обгоним их полностью нитро. Токийский дрифт, музычка похожа, опять-таки. Значит, будем дрифтить. Значит, будем веселить. Тихо. Ух, это было близко. Так. Почему-то он не захотел меня немножко заворачивать, но я думаю, что это все мелочи. Ибо мы на форде, мы веселим, у нас мощная тачка и будет весело. Блин, ну вот самое обидное, что здесь нет все-таки вида из машины, из кабины, потому что вот что классно в Крю сделали, это то, что там... Есть вид из машины, и, например, если ты там сидишь в машине, ты как бы музыку даже лучше слышишь, то есть, ну, она объемнее звучит. Это круто. Здесь о таком не подумали. А жаль. Было бы прикольно. Я еле-еле вписался сейчас. О, смотрите, как классно надо проходить дрифты. Вот так надо дрифтить, ровно по обочине просто едешь, ну, по бордюру и дрифтишь. Отличный человек-ракета. Скорость у меня действительно в приоритете здесь. Как машинка-то раздолбует мне.
лучше бы тебе ответить, потому что пришел свой час. Сегодня гоняем с Риски Дэвил, так что дуй сюда. Ох, и улетная ночка будет, обещаю. Ладно, увидимся. Мне нужно, кстати, прорвать два заграждения. Сейчас посмотрим, как это будем делать. Ну и что для этого, соответственно, нужно сделать, тоже интересно. Бедный мент чуть не вписался там в кого-то. Так, ну короче, чем дольше гоняю, тем лучше, поэтому... О, уже две машинки. Отличненько. Заграждение-то где, ребят? Чего вы от меня отстаете-то так? Я надеялся, что вы будете меня преследовать, а вы от меня как-то отстаете. Еле-еле за мной гоняетесь. Ой, бедняга-то какой, смотрите, как он покоцан весь. Мне его даже жалко стало. Ну давай, я всего-то на 140 еду, ну чё ты меня не догоняешь, вот, а? На, чего-чего, давай. Это все на что ты способен. Ну покажи класс, чувак, ну давай. Ты же полицейский, ты же должен что-то делать, ну... Не знаю, вот я вот врезался чуть-чуть в гражданского. Ну, покажи мне все, на что ты способен, чего-чего, давай. Давай. Ты минуту уже за мной гоняешься, ты меня поймать не можешь нормально, давай. Давай, 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 я знаю, ты можешь, чувак, давай. Ты, вон, крутой коп в солнцезащитных очках ночью. Ты точно что-то можешь, давай. Я не шучу, он, правда, он в солнцезащитных очках, можете сами посмотреть. Ладно. Поехать, что ли, машину починить, пока он тут. О, он меня попытался развернуть. Круто. Ну, хоть что-то, нет. На самом деле, хоть что-то. Он хоть что-то попытался сделать. Учитывая, что он за мной просто гонял до этого. Это уже что-то новенькое. Неужто за мной будут гонять аж целых две полицейские тачки? Я ж такой разрадованный. Ну, видимо, нет. Ну, давайте, ребят, ну... Где полицейские заграждения? Через что мне прорваться-то? Понятно. Скучные вы какие-то. Ну, по крайней мере, на втором уровне они скучные. Не знаю, может, там будет дальше что-то интересное. Может быть... Пока я, правда, никаких полицейских заграждений даже не вижу. Ясно. Вы там что стоите-то? Давайте, догоняйте. Не, вот в Most Wanted первом вот там вот были веселые копы. Ой, на автостраде гонять одно удовольствие. Ты гонишь, там они за тобой. Человек 10, наверное, гоняется. Весело. А здесь два мента еле-еле тащатся, непонятно. Даже остановить меня не пытаются. Если я медленно не... О, полицейский разворот, серьезно. Ты меня обрадовал, чувак. Хоть что-то сделал. Ты прям меня обрадовал. Только стоило сказать, что вы ничего не делаете, и ты сделал полицейский разворот. Ты прям крут, чувак. Починили тачку опять. Ладно, на автостраду выезжаем, посмотрим, погоняем. А вось они меня смогут как-то остановить, или я смогу привлечь внимание других копов, не знаю. О, давайте привлечем внимание еще одного копа, нет? Ребят, вы как бы будете меня как-то ловить, не знаю, что-то делать? Ну, почему вы ничем не занимаетесь? Вы какие-то скучные. Друзья мои. Вы полицейские или вы кто? М-да. Скучноватенько.
Ладно, будем пробовать сделать что-нибудь более интересное. Ну просто нет, ну я раз уж начал, надо как-то погонять с копами-то. Там, через эти ограды прорваться, которых я еще не видел ни одной. О, с первый раз попросили остановить машину, до этого просто мигали. Не волнуйтесь, ребят, машину я пока что не собираюсь останавливать, так что у вас будет шанс еще со мной погонять, и все хорошо. О, третья звезда. Окей, две машины. Возможно, мне сейчас сделают какую-то подлянку. Воу-воу-воу, я чуть от ментов не оторвался. Во-во. О, во, они начали уже пожестче работать. Вот это интересно. Так, 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 так. Ой, я как молодец-то какой, а. Ой, какой молодец. Это уже интереснее, веселее, по крайней мере. Ну-ка, 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 ну-ка. Мне даже стало интересно. Какой он бедняга пытался затормозить, аж мне его жалко даже стало. Так, надо выезжать на автостраду все-таки. Возможно, они будут именно ее блокировать. Я просто рада, где здесь выезд на автостраду, но ладно, сейчас найдем. Ну вот и заграждение. Через то я точно бы не прорвался. А через вот это вполне себе можно. Два из двух. Вот теперь можно от них наконец-то сваливать. А то штраф 8000 я что-то как-то не хочу вообще платить, если честно. Еще один новый гонщик. Вот через это заграждение я точно не прорвусь. 100%. А вот через это можно. Ладно. Попробуем уйти от ментов. Чисто на скорости. О, смотрите-ка, они догоняют. Мне нравится даже. О, даже на пересечении идет, смотри-ка. Круто, они стали умнее. Мне это уже понравилось. Вот это уже интересней. Их даже уже стало не так просто уйти, как казалось вначале. Ага. Если вы меня типа загоняете, да? Я вас понял. Я вас, дорогие друзья, понял. Ладно. Врубаем нитро и поехали. Осталось всего-то 15 секунд продержаться. И радости не будет предела. Круто. Так, смотрим, что он нам написал. Полный сканер злых копов. Он радуется. Отлично. Мне это тоже радует, то, что он радуется. И сейчас посмотрим, где у нас есть ближайшие гоночки. Ну или что-то в этом духе. Так. Ага, трудные задания вот как раз пошли. Ну как трудные, ну вы поняли, о чем я. И мы будем сейчас выполнять пока вот это вот задание. Потихонечку-полегонечку, не спеша, выполняем, подрифтим, пострадаем фигней. Первые шаги. Выиграйте третий заезд Эдис Челлендж. Заезд третий. Готовы? Погнали.
Честно говоря, не очень готов, но у меня выбора-то особого нету, в принципе. Гонять куда хочешь одно удовольствие, он нам прислал, я так понимаю, смс-ку. Ой. Какая обида. Вот это самая хорошая штука, на самом деле очень сильно мешает управлению машины. То есть это полицейский а-ля разворот, он как бы чуть-чуть вы коцаете машину сзади, буквально самую малость, и она начинает просто уходить на небольшой занос, который малость не управляем. Мне нравится это делать с другими машинами. Первый круг пройден как бы. Посмотрим, насколько я пройду второй быстрый круг. Ну, учитывая, что я как бы сейчас догоняю, по сути, того, кто едет последним у нас, по идее, а может и не догоняю, не знаю. То, в принципе, круг я должен пройти более-менее нормально. Плюс аж 9 секунд в моем случае. Ай-яй-яй-яй-яй, какая обида! Прям влетел в опору. Ладно. Продолжаем, тем не менее, гнать. Потому что мы должны это сделать. Ускорение, мать учения. Так, ладно. Я уже начал какие-то непонятные цитаты придумывать. Ладно, ладно, ладно. 36 секунд у меня занимает прохождение. Плюс-минус. Да, вот из-за того, что я вылетел, 6 секунд в плюсе у меня, видите. Возможно, я, конечно, могу еще быстрее, но я думаю, что нет, потому что я опять влетел в столб. Оу, это что меня так вначале развернуло? Видимо, я встретился с вот этим гонщиком. Нет, я тебе не дам проехать вперед. Я так понимаю, что гонщики, которые с русскими именами, это типа гонщики наши, которые с бугорскими именами, ну типа на английском написаны, это гонщики не из нашей гонки, и на них можно особо не смотреть, как бы. Навряд ли я успею за 9 секунд пройти, поэтому... Первый, 36,90, ну 37 секунд, короче говоря, занял прохождение трассы полного круга. Круши все, Годзилла нервно курит в сторонке. Замечательно. Курящий Годзилла, это что-то новенькое. 29 уровень у нас тем временем. Опять Мелисса. А ты впрямь не робкого десятка. Написала о следующем заезде. Не пропусти. Пока. Окейшки, я тебя услышал. Так, давайте пройдем что-нибудь еще. А, ну, перед тем, как пройдем, давайте посмотрим все-таки, что он. Гонять куда хочешь одно дело, а с копами на хвосте другое. Попробую идти от них по этому маршруту. О, вон оно что. А я далеко от него нахожусь? Это новенькое что-то. Хм. Шоу Стэнли. Мне почему-то вспоминается Стэнли Парабл. Так, ну это простая гонка на время или... Понятно, что-то у меня плоховато на разном дрифте. Ну, когда надо в разные стороны крутить, сейчас на форде что-то как-то прям печально. Хотя я эту трассу вполне проходил не так давно, но не на форде.
Так, ну уйти, допустим, от копов довольно просто оказалось, а вот смогу ли я при этом пройти трассу, вот тут уже проблема как бы. То есть мне проблема не от копов уйти, а именно трассу пройти. То есть от копа-то я ушел. Причем довольно быстро, прям буквально только появился и тут же фактически ушел. А, ну я понял, тут будет их несколько. Я тебя понял. Догони сначала, потом говори мне остановиться. Так. Не нравится мне, что он меня все же догоняет, ну ладно. Копы, по крайней мере, так хотя бы не дри-дри, ай, тихо. Не дрифтят. Ой, кеюшки. Что-то у меня машину заносит. Не мешай мне, чувак. Так, что-то коп подвис немножко. 15 из 21. От копа тоже оторвались немножечко. Ну что он там подвис почему-то. 17-21. Отлично. На! Просто тебя на таран, чувак. Так, и... Бамс, зачлось. Последняя финишная черта. Изи. В целом. Ты просто крут, парень, уважуха. Ну да, раздолбался в свою тачку. Так крут, что просто ужас. Круши, ломай в итоге. Да, народ в восторге. Че он там написал на самом деле? Да, народ в восторге, сканер. Еле слышно, давай в том же духе. Я понял. Так. Короче, ему понравилось то, что я сделал. Я думаю, что это действительно хорошо. Наверное. Так. Что у нас еще есть? Лучше бы тебе ответить, потому что что-то там. Так, а ты что мне сказал? Ну, что, друг мой, ты пробился? Ага, ну я понял. Так. Ну, мне понравилось. Все, в принципе, легко и просто. Оп, ты. Он мне новое сообщение прислал. Так, молодца, курс молодого нарушителя прошел. Теперь можешь конкретно их разозлить. Будет наготове и дай им трепку. Короче говоря, теперь у меня будет парочку таких непонятных гонок. Так, выиграйте рекомендации от Log 2 и там сближение и прочее. В общем, надо как-нибудь будет это посмотреть, но я думаю, что уже не сегодня. Ну а сегодня всем спасибо и пока-пока, дорогие друзья. Рад был с вами повидаться. Надеюсь, вам понравилось.